Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задание номер 413. Оно аналогично задаче номер 412. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Предположим, что в отличие от героини известной басни, наша ворона захотела разделить сыр поровну с лисицей. Как она должна разрезать по прямой кусок сыра, если этот кусок имеет форму прямоугольника с круглой дыркой? Рисунок 54. Найдем центры симметрии прямоугольника и центр симметрии круга. Центром симметрии прямоугольника является точка пересечения его диагоналей. Начертим диагонали прямоугольника и обозначим точку пересечения точкой О. Центр симметрии прямоугольника. Центром симметрии круга является точка пересечения его диаметров. Начертим два диаметра круга и найдем точку их пересечения. Обозначим через О1. Центр симметрии круга. Любая прямая, проходящая через центр симметрии окружности, делит ее пополам. Любая прямая, проходящая через центр симметрии прямоугольника, тоже делит его пополам. Поэтому нужно провести прямую, соединяющую центры симметрии прямоугольника и окружности. И эта прямая разделит данный кусок сыра с дыркой пополам. Прямая М, которая разделит данный кусок сыра поровну. Мы с вами разобрали задачу номер 413. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.